Первая жанровая картина Перова «Приезд станового наследствия» появилась на выставке Академии художеств в 1858 году. И в этом же году Некрасов написал знаменитое стихотворение «Размышление у парадного подъезда». «Назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал». Но если русская литература в конце 1850-х годов уже обрела своего поэта скорби, то русской живописи это еще предстояло. После смерти в 1852 году Карла Брюлова живописцы словно потеряли почву под ногами. Брюловские подражатели не шли ни в какое сравнение со своим кумиром. Их творения окончательно дискредитировали и без того уже порядком надоевшую академическую живопись. Для нового поколения художников близким оказался бытовой жанр, существовавший в 1850-е годы в варианте бытописания или сентиментального рассказа. Собрание типов, милых, правдивых и ничего вдоль и вглубь, не смеющих затронуть, как пренебрежительно заметил знаменитый критик Владимир Стасов. Картина Перова «Приезд станового наследствия» при всей ее наивности как раз затронула вдаль и вглубь актуальные современные проблемы и поэтому получила широкий общественный резонанс. Картина изображает суд над деревенским парнем, скорее всего, порубщиком леса. Его только что ввели в избу, а писарь с подвязанной щекой уже записывает показания. Но приговор ясен и так. Мужичок у двери готовит розгу. Рядом пригорюнилась крестьянская девушка. Становому подносят водку и закуску. А у его стула стоит корзинка с яйцами, очевидно, подарок грозному судье, что должно характеризовать его как взяточника. Фигура повинившегося крестьянина в белоснежной, хотя и рваной рубахе, была написана с Илариона Пряничникова, товарища Петрова по Московскому училищу живописи. Эта фигура менее всего устраивала критиков. В ней усматривали сентиментальную идеализацию, находящуюся в противоречии с прозаизмом изображаемого житейского случая. Умоляющий жест подсудимого тем более трагичен, что его руки связаны тоненькой веревочкой, которую ничего не стоит разорвать. А староста держит его за локоть некрепко и даже как будто нежно. Так что кротость юноши, не имеющего воли даже просто сделать энергичное движение, действительно провоцирует на благородное негодование по поводу забитости крестьянства и размышления на тему «Ты проснешься ли, исполненный сил?» Некрасов. Картина «Приезд нового наследствия» дала повод Стасову произнести знаменитую фразу о том, что Перов стал прямым наследником Павла Федотова и поднимал выпавшую из рук Федотова кисть на том самом месте, где он ее уронил. В интерпретации Стасова Федотов предстает гневным обличителем, автором прежде всего двух картин с тенденцией «Свежий кавалер» и «Сватовство майора». Именно обличительную идею и увидел Стасов в картине Перова «Приезд станового». То, что это была ученическая работа, с точки зрения живописного мастерства, совершенно несопоставимая с произведениями выдающегося художника, каким был Федотов, Стасова ничуть не смутило. И он обнаружил здесь необычайно сильно схваченные типы и характер. Столь преувеличенная характеристика достаточно скромной работы означает только одно – критик увидел здесь то, что ему желательно было увидеть. И, следовательно, достаточно было обозначить в танковой картине некую актуальную проблему, чтобы картина обрела достоинство и ценность. Перов удостоился похвалы за удачно найденный сюжет, получил большую серебряную медаль от Академии художеств. Словно решив удостовериться в том, что содержательная сторона картины более актуальная, нежели ее живописная ценность, Перов после станового пишет картину «Первый чин».
с индичка, произведенный в калишские регистраторы. Парафразу федотовского «Свежего кавалера», но без федотовского юмора, сухую и скучноватую, где постановочная режиссура в академических традициях сочетается с прозаичностью происходящего. Сын дичка репетирует перед зеркалом амбициозную начальственную поступь и позу. Примеряя новый мундир, а домашние умиляются превращению родного существа в чиновника. И вновь благосклонность критики. Сколько правды, родство с русской почвой, знания сословных типов, малая золотая медаль Академии и вновь недостатки живописи и композиции, неизобретательность постановочной режиссуры остались почти незамеченными. Получилось, что Перов на правильном пути. Критическая тенденция в живописи набирала силу, и вскоре появились «Привал» арестантов Якоби, «Неравный брак» Пукерева, «Шутники» Прянишникова. В 1860-е годы, эпоху в истории искусства, которая получила название критического реализма, Перову суждена была роль знаменосца. Он принадлежал поколению художников, в котором Достоевский позднее, в 1876 году, написал: «Но хуже всего, что чем дальше, тем больше воцаряется прямолинейность. Стало, например, заметно теряться чутье к применению, к иносказанию, к аллегории. Народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, и все прямо и прямо, все к прямой линии и в одну точку». Но прежде суда и следствия необходим сам факт, событие, образующее состав преступления, и повод к судебному разбирательству, иначе говоря, то, что называется актуальный сюжет. И здесь следует отметить, что в выборе жизненных сюжетов Перов не знал себе равных, так же, как и в умении откомментировать эти сюжеты, или же выдержать многозначительную паузу, оставив зрителя один на один с правдой жизни. То, что в свидетельских показаниях или, например, в литературном произведении возможно в виде последовательного изложения чередующихся эпизодов, в живописи сосредоточено в одном конкретном моменте. Отсюда специфическая концентрация изобразительных мотивов в картинах Перова, дабы вместить в один представленный в картине момент причину и следствие происходящего, стремление не только показать, но и объяснить то, что показывается. Это происходит в частности к обилию действующих лиц и нагромождению подробностей, комментирующих события по принципу драматургических авторских ремарок, что в то же время делает картины Перова занимательными и любопытными, интересными для рассматривания. Вместо сухого указания на предмет, изобразительное повествование, которое к тому же зритель всегда может досочинить в соответствии со своими взглядами и жизненным опытом, так как сочинял образы бездушных душителей Стасов, глядя на картины Перова. Эту особенность перовских картин в качестве их основного достоинства и одновременно главного недостатка отмечал Александр Бенуа. Его картины приковывают зрителя своей серьезностью, заставляют его прочесть себя от начала до конца, и зритель отходит от них, получив своеобразное наслаждение, похожее на то, которое получается по прочтении меткого и тонкого психологического анализа. Наслаждение, в сущности, не художественного порядка. Публика, наловчившаяся в те времена все понимать с полуслов, считывала самые замысловатые вещи с картин и оставалась зато несказанно благодарной художникам. Судьба художника, чей собирательный образ представлен в эстетических воззрениях Чернышевского и в критических обзорах Стасова, выглядит безотрадной. За сомнительное право вынесения приговора и во имя непрекращенной правды он в своем искусстве вынужден забыть о красоте, изяществе, обо всем, что дарует отраду взору. Симптоматично, например, пристрастие Перова к изображению слепоты. Инвалид в чаепитии, в Мытищах, слепой музыкант, приезд гувернантки к слепому отцу,
а также невидящих лиц, спящий мальчик-савояр, спящие дети, осоловелые, глядящие в никуда глаза персонажей сельского крестного хода на Пасхе. Символично в этой связи, что в последней из поименованных картин, где все, как слепые, бредут не зная куда, на хоругви, которую несет один из мужиков, изображено всевидящее око. Для художника, чье ремесло и призвание и видишь, и внемли, привязанность к изображению лиц, лишенных благодати, видеть – это удивительное признание. Искусство вынуждено обращать взор на то, о чем говорится. Глаза бы мои не глядели. Удел художника, который, как свои на теле, носит все язвы родины своей, Некрасов. Такой удел не всякому под силу. Например, Валерий Якоби, написав знаменитую картину «Привал арестантов», один из характернейших образцов искусства критического реализма, никогда больше к подобным темам не возвращался. Словно испугавшись или поняв, что быть настоящим и последовательным критическим реалистом очень даже непросто. Следует признать, что Перов, по-видимому, обладал совершенно особым складом характера и искренне веровал в то, что его искусство полезно, правдиво и служит высоким целям. Сам художник никогда не комментировал своих картин. Здесь имеет смысл отметить одно обстоятельство для художественной личности, работающей, что называется, на публику, весьма неординарное. А именно, о жизни Перова, о его характере, художественных предпочтениях, взглядах на искусство известно крайне мало. Это может показаться даже удивительным, учитывая, что Перов уже при жизни пользовался репутацией одного из славнейших и заметнейших русских художников. Несколько обширной была, например, переписка его младших современников – Крамского и Репина. Настолько бедно эпистолярное наследие самого Перова. О нем практически нет мемуарной литературы. В последние годы жизни сам Перов обратился к литературному творчеству, но это были именно литературные очерки, а не мемуары или статьи об искусстве. Очерки занимательные, талантливо написанные, но без малейшей доли резонерства. И каких-либо оценочных суждений или характеристик, или тем более автопризнаний. Даже в переписке Крамского, из которой можно получить исчерпывающую информацию, кажется, обо всех художниках той поры Перов упоминается редко и вскользь. Нелегко решить, что явилось причиной подобной скудности биографических данных. Личная ли скромность Перова, не склонного к каким-либо запоминающимся широким жестам и острым полемическим высказываниям, или жизнь, положенная на алтарь искусства, когда личность художника как бы исчезает в его произведениях, и все, что существует вне сферы его творчества, кажется неинтересным и малоценным.